История одного сервиса, поехали. Уронив однажды этот телефон, вы прилипнете на кругленькую сумму. На ремонт принесли Samsung Flip 4, раскладушка с гибким дисплеем. Сенсор работает только в нижней части, поэтому подсоединил OTG-переходник и мышку, чтобы достать имей и серийный номер, который требуется для заказа оригинальной запчасти. Клиентка рассказала, что купила телефон дочери и спустя 2 месяца она его уронила. Сначала все было хорошо, но при следующем складывании появилось пятно. А как вы думаете, сколько стоит дисплей, пишите в комментариях. С вас лайк и подписка на YouTube и телегу. А продолжение истории вы увидите в следующем видео.